Предприятие было открыто в 1993 году сотрудниками конструкторского бюро, которое до распада Советского Союза проектировали теплообменные аппараты для нужд флота. Сегодня здесь изготавливают теплообменники как для котельных, так и для производства. Большинство винзаводов Крыма и гостиничных комплексов Южнобережья, в которых есть бассейны с морской водой, оборудованы приборами, созданными в Севастополе. Всего в арсенале предприятия около 10 тысяч моделей разных по типу и размеру. Перед вами изделие, которое пойдет на землю Франца Иосифа для обустройства одного из военных городков, создаваемой артистской группировки войск. Изделие из Севастополя есть котельник главного штаба Ленинградского военного округа и Рижской теплосети. Надежные теплообменники выигрывают в сравнении с западными аналогами. Они легкие и компактные, удобны в монтаже и значительно экономят место. Севастопольская продукция, помимо стран СНГ, активно реализовывалась и в Евросоюзе. Поэтому политические события прошлого года сказались на работе предприятия. Тем не менее, ему удалось остаться на плаву. Сейчас здесь трудится около полусотни человек. За 23 года существования теплообмен снискал значительное признание. У предприятия много наград, но последнее, полученное в рамках национального проекта «Бизнес-успех», особенное. Для нас, по крайней мере имеет значение, может быть, даже скорее психологическая, то есть это премия, которая выдана агентством стратегических инициатив, а председателем наблюдательного совета агентства стратегических инициатив является Путин Владимир Владимирович. Поэтому я так понимаю, что это агентство занимается действительно вещами, которые должны способствовать развитию России. Вот, и для нас это вот именно эта сторона имеет наибольшее значение. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Севинформбюро.